Что, всем привет, ребят. Выехали мы в сторону Якутска. Сегодня вечером у нас по плану Хабаровск. Остановились на перерывчик попить холодненькой водички. Пишите комментарии, что думаете по поводу путешествий на севера. Да, кстати, холодильничек очень необходимая вещь. Что у нас там? Кола, японские ништяки. Холодильник — тема вообще путешествия. Да, кто из Якутии, ребят, напишите, где можно между, не доезжая Якутска, порыбачить, какие реки хорошие, что там ловится и на что. Вечером обязательно почитаю и отвечу на ваши вопросы, если есть. Where I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. Кто там про расход спрашивал, вернее говорил, что типа у меня такой расход на 4-литровом, а то еще что-то. Ну, на дизеле трешки вот так получается, средний расход у нас 11,2 километра на литр. По поводу того, что на 4-литровых ГРах расход там 13, ну, как-то сомнительная история. Ну и все путешествия начинаются, проезжая через этот мост, направляясь в сторону Сковородино. Все, уезжаем. Помаши пока Хабаровск. Хабаровск пока. Да, через недельку. 10 дней, да? Остановились сделать перерывчик. Мошка везде летает. Ужасная. Машина в полной загрузке. Без доп-бака в этот раз поехали. Очень сильно просела у нас битком она. Провизии. Инструмент. В общем, шел второй день пути. Не доехали мы чуть-чуть до Буреи, решили остановиться на ночевку. Общий пробег составил 1000 километров у нас на данный момент. Река Архара. Очень много мошек, прям жесть какая-то. Солнца почти сегодня не было. Ну, как-то вот так у нас. Сейчас будем остановиться на ночевку первую вне дома. Посмотрим, сожрут они нас сегодня или нет, эти мошки. Что, не клюет, да? Вырезаем ее по нашему контуру, прям по месту. Вот так. Выдергиваем отсюда резинку. Вставляем резинку. Заворачиваем сюда. Все, готово. Ничего не надо клеить, покупать дорогостоящие какие-то сетки специально изготовленные. Цена вопроса 200 рублей. Все открывается, закрывается. Сетка висит. Ничего никуда не надо клеить. Просто вставили и все. Вот так просто и со вкусом. Холодильник очень хороший помощник, кстати.
со всякими штуковинами. Кстати, кто, кому интересно, брал у Федерал Гараж холодильник. Морозит, холодит. У нас показывает заряд аккумулятора и USB, там всякие дела. Альпикул 50 литров. Сделаем обзор спальничка. Спальничек простой. Матрасик. Все. Вот так вот мы выкатываемся на природу. Мы сейчас в Амурской области, в Архае. Комары нам люлей дали, поэтому я решил быстренько смастерить вот такие сеточки прямо на месте на речке при помощи обычных ножниц и обычной сетки. Речка Бурея. Что-то я подохрип, подотсип. Вон Бурейская ГРЭС, кстати, вон шлюзы стоят, смотрите. Солнца нет. Солнца нет, байкеры едут куда-то. Всю дорогу, кстати, байкеров встречаем. Ты какие-то прям отмороженные. Москва, Владивосток. Знаменитая стелла, на которой я ни разу не был. Нет, все, вот все на солнце. На обратном пути сполотаемся на солнце. У нас то видео останется. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. В общем, доехали мы до Стеллы, Москва-Владивосток. Ночевали в какой-то на реке Архара, поселок Могилевка. Так себе занятие, ребята, не заезжайте, если будете там проезжать мимо. Лучше где-нибудь вдоль дороги остановиться. В общем, Бурейскую ГРЭС сейчас проехали. Погнали дальше в сторону Якутска. Пополнили запасы воды в этой деревне Малиновке. Все нормальный коровятник, тут даже Бристоль есть. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Шел третий день нашей экспедиции. Зарулили мы на Курганское водохранилище. Озеро Сиваки вроде так называется. Стоило нам только приехать на водохранилище, на водоем и разложиться. Пошел дождик. Сидим под зонтиком, короче, кайфуем. Ждем окончания дождя. Зонтик передает смайл. Ему нравится. Прошло 40 минут, дождь закончился. Вот такой у нас еловый здесь, сосновый, вернее, бор. Одни сосны вокруг. Крышечки везде. Фуфочки.